Приветище! Сегодня у нас с тобой новенькая игруха под названием NEC. Ну, хотя, кого я обманываю, это не новенькая игруха. Она вышла в 2013 году, когда я PlayStation 4. Это был ее первый тайтл, ну, один из первых на релизе. И тогда у меня плойки не было, а сейчас она есть, и поэтому я играю в эту игру сейчас, и она очень крутая. Так что начинаем. Игруха здесь про персонажа, про героя, который ты видел на стартовой заставке. Песочный такой какой-то монстрик, и мы будем играть за него. Его главная фишка, что он может впитывать в себя реликвии, мусор всякий и расти, набирать массу. А сейчас мы смотрим с тобой заставочку. Орки атакуют людей! Булавы! Луки! Ты посмотри, молоты! Орки, вы что делали? Вы на кого напали вообще? Люди такие с автоматами, пиу-пиу-пиу, и все, орки загасили. А вот это уже интересно, это что за фигня? Катапульт. Танки! Боже, орки из танки! Вот это мощь! Вот это я понимаю! Но все равно орки бегут, смотри, со своими молотками здоровыми. Танки и орки с молотками. Ну, это смешно, конечно. Лаборатория доктора. Это видео снято 2 дня назад в горных ущельях. Местные гоблины каким-то непонятным образом превратились из мелкой проблемы в силу, способную сокрушить наш форпост. Благодарю всех за то, что сразу же пришли. Вас, доктор, благодарю за гостеприимство. Чем объяснить стремительный прогресс гоблинов? От примитивного лука и стрел к танкам и пулеметам. Где у них база? Что нужно, чтобы справиться с этой угрозой? Предлагаю немедленно выслать экспедицию, провести всевозможные исследования. Добровольцы есть? Ущелье? Это в центре их земель. Туда я довезу вас. Но не гарантирую, что смогу вытащить обратно. Виктор? Виктор Индастрис получит возможность испытать в бою охранных роботов последней модели. Очевидно, что кроме человеческих ресурсов, экспедиции потребуется нечто более мощное против оружия гоблинов. Высокотехнологичное вооружение наших роботов обеспечит успех операции. Есть еще желающие? Что ж, таким образом Райдер и Виктор составят наш ударный отряд. Да, доктор. Пока мы не приняли никакого решения, позвольте представить вам мою недавнюю разработку. Идемте. Дядя! Эй, как поживаешь? Хорошо. Я сейчас немного занят. А? Мне надо идти. Увидимся. Ладно. Начинаем. Только не спеши. Все получится. Ну чё, пойдем покажем, какой крутой коротышка. Игу! Пойми мое лучшее творение. NEC. Сейчас нокаутируем эти роботы-пылесосы. Короче, вот этот вот коротышка, он умеет впитывать в себя мусор. Ну или реликвии, как они тут называются, и расти за счет их. То есть я сейчас очень-очень маленький, но могу быть очень-очень большим. Это знаешь, как вот игры про годзил всякие, которые там едят здания, все такое, и растут. Вот что-то наподобие этого. Только здесь круче. Ох, какой правый хук. Меня, кстати, по телеку показывают, смотри, я знаменитость. Ладно-ладно, пошли дальше. Не буду тут задерживаться. Как вам известно, краеугольным камнем нашего общества являются эти реликты. Таинственные останки неизвестной цивилизации, которые питают наши машины и вообще делают возможным наш образ жизни. Опа! Видал, как могу? Смотри. Дюх, 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 рывки такие, словно телепорты. Ну чё, кому ещё тут моих песчан или хлюлях надавать? Короче, знаешь, что я заметил? Видел, да, сейчас нужно было 2 удара нанести по этим роботам-пылесосам. А я сейчас подрасту, и мне будет достаточно 1 удара сделать. То есть они будут с одной плюхи вырубаться у меня. Оп. Вот, видишь, 2 удара. Вот с этим надо быть поаккуратнее.
Подходим ближе. Ну давай, ударяй, ударяй, ударяй. Ну, этот с одной плюхи, ладно. Короче, тут чем больше масса, тем ты мощнее бьешь. Ну, что логично, да? Как сумоист. Вот, я подрос уже, смотри, какой красавчик. Какие у меня длинные ножки, точнее, длинные ручки. Ножки-то коротыши все равно остались. Мы выкапываем эти реликты из-под земли, а потом используем в качестве источника энергии для наших машин, самолетов и генераторов. Обнаружение этого бесперебойного источника энергии навсегда изменило нашу жизнь. Вот этот вот бесперебойный источник энергии, который у меня на пузике в виде пупка сияет. Это он, это тот самый генератор. Опа. Опа. Каждый раз, когда меня, ой-ой-ой, ударяют, я теряю... Я теряю, короче, массу. Вот что я хотел сказать. Давай быстренько пробегаем. Опа. Это забираем. Здесь нужно отключить защиту этому роботу-пылесосу. Вот так. И смотри, с одной плюхи сейчас. Бах! Видал? Вообще мощно. Я же все-таки поднабрал весу. И, кстати, вес влияет на то, как нас будут сдувать ветряные вот эти вот всякие вентиляторы. Здесь снова нужно отключить защиту. Отрубаем. Опа! Удар! Удар! И тому тоже удар. Ох, обожаю замедленные вот эти вот съемочки, подсъемочки. Ну чё, как вам я? Еще, кстати, у меня каждый раз, когда я массу набираю, волосинки на башке растут. Да-да-да. Много десятилетий я изучал тайны этих реликтов и пытался вдохнуть в них жизнь. В результате появился Нек. Живое, думающее, дышащее существо. Я, по-моему, уменьшился, нет? Когда через трубу пролетел. Ой-ой-ой, электричество, бежим. Фух, пронесло. Вроде да, вроде уменьшился. Или мне кажется, просто ракурс камеры изменился. Не знаю, сейчас проверим. Поднимемся повыше, ракурс сменится, и там посмотрим. Ну, короче, фишка этой игры, я думаю, ты понял, да? Мы будем отжираться. Набирать массу. Эх, вот так вот. Ну да, я, по-моему, меньше стал. Да. Ой-ой-ой-ой. Волосинок больше, меньше стал на моей башке, и сам я стал меньше. Вот так вот. И ударов теперь нужно наносить этим роботам больше. Нет, гады. Подбили меня. Я бегу. К тебе. На. Нормалек. О, отожрался. Хорошенечко. Берите реликты. Берите реликты. Да, я с удовольствием. Ну ты посмотри, какой здоровый. Я прям как трансформер. Как видите, у Нека есть способность к быстрому росту. И теперь все будут просто улетать от моих ударов. Мне даже близко не надо подходить. Опа. Ты в меня попал или? Да, в меня попали, прикинь. Пару реликвий от меня отлетело. Бегу. Ух ты, смотри, какие там роботы. Но приветики. Мне нужно... Я так это... А-а-а, доигрался. Короче, мне нужно было, смотри, что сделать. Вот что надо было сделать. Да выпендривался. Ну, как обычно это бывает, все выпендрежники рано или поздно отхватывают. Не успел улететь от фаербольчика электрического. Ну! О! Ох! Я как будто постарел. Да что ж происходит-то? Пальцы не работают нормально. Геймпадик что-то не жмется. И теперь отхвати. Опа, успел. И красава. С мечом-то каждый сможет. Мне бы тоже кто меч дал. Что у нас здесь? Снова роботы-пылесосы. Ну, с ними скучно. Даже никто ничего мне не сделал. Ну что, девчонки, вы завидуете, да? Я такой крепкий, мощный. А вы там с какими-то учеными и задротами стоите. Ух ты, на ему! Мне надо было от него убежать, а я, короче, на него прям ринулся с кулаками. Ух. Вот это я ему пробил. Нек, присуху. Уменьшись и пролезь сквозь эту трубу. Ну, это на изи. Я, конечно, не люблю быть маленьким, но что поделать. Я маленький муравьишечка. Опа. Опа. Бегу. Обхожу. И скинул его отсюда. Ну, что дальше у нас? О, я куда-то... Нифига себе, это я куда-то в здание проник. Погоди, а с другой стороны есть что?
Закрыто. Все закрыто от меня. Нек может заряжаться за счет энергии, содержащейся в янтаре. О! Зарядившись, он способен выбросить накопленную энергию с невероятной силой, создавая ударную волну. Ну-ка, давай попробуем. Ударная волна. Нажмите два круга, чтобы сделать суперудар. Ну-ну-ну. Вот она, суперволна. Нек, с помощью ударной волны вывещит его этих роботов. Круто. Вот это я понимаю. Мощь так, янтаря. Видите? Ударная волна может уничтожить сразу несколько целей. Ай, 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 очень, очень плохо. На тебе. Со своими ракетами. Бесят такие. Так, а что если я сделаю атаку? Хо-хо-хо. Охотник за роботами, приз получен. Ну круто. Это я забираю. Мне пригодится. Что-то совсем мало янтаря я получил. Ух ты, какие там большие статуэтки, ты видел? Это янтарь? Нек, еще раз, зарядись энергией с помощью янтаря. Ща. Нек также может использовать энергию янтаря, чтобы трансформироваться в шторм реликтов. Ого, это как? Шторм. Нажмите это, и у вас будет супер удар, создающий вокруг Нека шторм из реликтов. Ну-ка. У-ху, е-е-е, вот это я понимаю. А будет какая-нибудь ульта? А теперь, Нек, покажи, что делает с врагами твоя атака шторма. Шторму даже пофиг на защиту роботов. Он их так разметает. Нек способен увеличивать свои и без того внушительные силы за счет энергии янтаря. Чуть не упал с этого конвейера. Я бегу, бегу, бегу. Добежал. И снова бегу, бегу. И снова добежал. Ух ты, сколько вас тут. Так, я сделаю вот так вот. Он, правда, меня успел ударить, скотина. Еее. Вихрь — это вещь. Это тема. Хо-хо-хо, как это я так... Непонятно, какая-то ситуация произошла. Как я его ударил? По пяточке, что ли? Ну, всем привет. Впечатляюще, доктор. Его зовут Нек, верно? Вообще, я и сам так себя зову. Ну, да, я болтать умею. Впечатляюще. На вид какой-то хлипкий. В погоне за гоблинами нам встретятся вещи посерьезнее неповоротливых консервных банок. К чему это вы клоните, Виктор? Ну, я захватил своих охранных роботов. Если Нек их одолеет, я выделю для него место в экспедиции. Сыкнул, да? Ладно. Может быть, выйдем в сад? Там побольше места. Блин, прикольно, что этот Нек, он как, ну, значит, как человек. Разум, все дела, болтает так же, как человек. Борзый. Ну, думаешь, Нек победит? Сейчас увидим. Я даже не сомневаюсь, что он просто размотает этих роботов. Минус один. Что в ящичке вот здесь вот? Ящик. Ага, там понятно, там реликты были. Снова роботы. У меня, к сожалению, инвентаря нет, поэтому буду выкручиваться вот так вот. Ох ты, нормальненько. Вот, вот, на тебе. Ну, роботы, конечно, такие себе. Вижу янтарь, пойдем собирать. Янтарь, янтарек. Вот это пригодится мне. Также может использовать энергию янтаря, чтобы взрывать удаленные цели шквалом реликтов. Это как? Объясните мне как. А, вон оно что. Сейчас попробуем. Так, значит, давай кидай. Ого! Мощно. Круто. А реликты... Да, реликты возвращаются это обратно. Способна поражать сразу несколько целей. Так, сейчас попробуем несколько. Подожди, в коробках есть что? Сейчас я коробки разобью, мало ли, вдруг там янтарь или что. О, это что, тайник, что ли? Нифига себе, чисто случайно, прикинь. Искатель, приз получен. Найден скрытый предмет. Вы также можете выбрать любой из предметов, которые нашли ваши друзья. Ну ладно, окей. Аметистовый реликт. 4 звезды из 5.
Аметистовые реликты увеличивают защиту до максимума. Ваша коллекция 0 из 20. В смысле 0 из 20? Я это... Один реликт же нашел. Собиратель кристальных реликтов. Кристальные реликты. Собирая кристальные реликты, вы сможете заново пройти игру, выбрав виды Нека с разными способностями. О, вот это здорово. Тут еще и разные способности есть. Ну ладно. Пойдем. Обрушим свою мощь сразу на нескольких врагов. Так, значит, суперудары. Ударная волна, шторм и выстрелы. Ну, это мы все уже изучили, не знаем, что кого. Сейчас мне только нужно янтаря набрать. Янтарчик, янтарчик. Так, давай попробуем. Что-то не получилось. О! Вот про что говорили. Ну, классно. Типа ауешная атака. Вот это я люблю. Ну, слушай, насчет, конечно, тайников я подофигел немножечко. Может, где-то что-то еще? Надо, короче, быть очень внимательным. И знаешь, что я еще не обратил внимания? Та стеночка, она как-то выделялась, нет? То, что, которую я разбил. Так, может... Сейчас я буду все стенки бить теперь. Нафиг, нафиг, нафиг. Не, ну тут, конечно, нету. Вот эту стеночку можно разбить вроде, да? Да, смотри-ка. И там тоже реликты. Реликты — это круто. Здесь перепрыгиваем. Ну, это просто. Привет, брозеры. О, у тебя крутая дубинка. Можно я ее отберу? Да. Эти роботы вообще никудышные. Никуда не годятся. Они еще хотели их пустить против гоблинов. Смешно. Очень смешно. Вот так вот. Бежим. О, снова янтарь. Надо собрать. Так, ну что, может быть, вам показать? Ага, прыгнул на меня. Ой. У меня янтарь кончился, я хотел ему вихрь показать. Но не получилось. Куда ты побежал? Мальчик жестяной. Вот, смотри, тачки какие там крутые. Так, стенку здесь нельзя пробить нигде. Сейчас, минуточку, все стеночки проверю. Вот, можно, можно. Можно пробить. Еще больше ящик или такой же? Ну-ка, что это такое? Что я нашел? Деталь комбайна. Редкость 1 из 5. Нек может собирать янтарь из побежденных врагов. О, это круто. Ваша коллекция. Пока не собрана ни одна деталь комбайна. А вот теперь собрана. Собрав детали, можно из них создавать полезные устройства для Нека. Вот это обалденно. Вот это я понимаю. Так, короче, надо быть очень внимательным. Но здесь навряд ли уже что-то будет, правильно же? Пойду машины поломаю. Ну что, ребятки, на тебе! Обожаю, когда они так на меня напрыгивают, а вот это вот я, конечно, не обожаю. Машину можно поломать? Нет, жалко, нельзя. Они шатаются, но как бы ничего им не становится. А было прикольно поднять ее и спрессовать в камушек и кинуть в кого-нибудь. Так, что там я нашел? Здесь есть что? Нифига. Окей. Че, босс? Походу, да. Оу! Это было круто. А что-то эти покрупнее уже, да? Может, я их тоже с колена? Нет, это была моя идея. Ой. Больно, больно, больно. Я хотел машинками покидаться. Пфф, как они меня размотали вообще. Так, ладно, попытка номер два. Увернулся. Увернулся. Есть. Ага. Нет, 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 не подходи. Не подходи. Так, понятно, вот он ударил. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, понятно. Короче, под их кулаки вообще два удара, и мне кранты. Ворот. Ворот. Есть, кажется, одного расшатал. Иди сюда. Все, они вообще изичные получаются. Главное, нельзя под их удары попадать. А все остальное фигня. Стенку сломать можно? Че там? Реликты? Снова ты? О, какой у тебя бластер.
А как это ты в меня попал, слышь? Сейчас я тебя бегу с другой стороны. Выкусил. Где-то здесь, вон там янтарь. Янтарчик, Ну, блин, мне, конечно, не хватает немножечко. Не хватает. Бо-бо-бо. Отсюда? Да, вы как... Так не круто, вы что? Ну, с этими я уже быстро расправлюсь. Ладно, пошли. Сейчас по-быстренькому. Напихаем им всем. Так, вот это, конечно, забираем. Давай, стреляй. Нифига ты не успел. Так, и это сложность нормал. Интересно, а что будет на сложности? Мне пока что как бы вроде бы легко играется, хотя я уже сдох не знаю сколько раз. Давай! Все забываю уворачиваться и рывки делать. Готов. Прям в воду иди скупнись. Здесь стенки нельзя сломать. А, я уже сам забрался, ну ладно. Вот здесь можно стеночку сломать. Еще реликвия будет, да? Пойдем посмотрим. Что в этот раз? Деталь счетчика комбо. Нек может усиливать свои атаки, поражая врагов 8 раз подряд без получения урона. Нельзя использовать вместе с расширителем времени. Как? 7 деталей нужно собрать. Понятно. Короче, я так думаю, что я до конца игры все детали-то не соберу. Нужно будет еще раз игру перепроходить. Но это так нудно будет. На тебе. Отобрать бы у него дубинку и ходить с ней. Почему я только кулаками дерусь? Когда будут пушки? Можно я янтарчик заберу? Ой, там еще этот стрелялкин. Надо до него добраться. На тебе. Со стрелялкиным разобрались. Теперь надо хпшечку подправить. Ай, попал. Ну иди сюда. Твою жестяную машку. Вот, отлично разобрались. Сейчас я проверю тут стеночки еще на всякий пожарный. А, вот янтарь. И да, стеночка есть. Есть. Вот она. А, там не реликвия, там. Ну, здоровье. Тоже пригодится. Я такой бугай здоровый. Классно. Мне нравится на улице играть. Ух ты. Что это за кемпер? Статую сломал. Берегись! Шарлотта. Это его жена, видимо. Простите. Ну я извинился. Там, кстати, какие-то камни, ты видишь? Какие-то камни были необычные. О, янтарь подзарядился. Ну давай покажем ему. Где этот кузькины? Ой, зря я, походу, это использовал. Не успел. Тут сейчас будут толпы выпадать, а я уже весь янтарь израсходовал. Ну да. Тут еще какой-то камень есть. Опа! Опачки! А, не вернулся, не успел. Черт. Давай! Красава! Своими когтями каменными расшатал их всех. Фух. Что делаем? Ух ты! Танцуем! Да. Вот так! Да. Что, Виктор? И кто там у нас хлипкий? Похоже, доктор к нам присоединится. Но он нужен нам. А еще нам нужен Нек. Чудесная демонстрация, доктор. Да, Нек должен войти в состав экспедиции. Они что-то задумали. Вот больше, чем думаю, что Виктор дал оркам оружие. Что бы Шарлотта сказала о Неке, будь она здесь. Ну же, док, пойдемте. Скорее, парень, у нас мало времени. Эй, док, спасибо за племянника.
Он так вырос. Честно говоря, раньше с ним было проще. Теперь ему нужно всюду сунуть свой нос и поспорить. Иногда терпения не хватает. Похоже, он вас утомил. Может, стоит забрать его на пару дней? О, пожалуйста. Лукас, мы снова вместе? Следы от гоблинских танков должны были сохраниться. Смотрите в оба! Ну, Нек, приключения начинаются! Давно пора. Ну, милая, пожелаю удачи.